Международный турнир дзюдоистов в городе Якутске. Столица республики принимала гостей 21-го республиканского турнира по дзюдо на призы спортивного клуба «Славутич». 13 команд, более 350 участников, обширная география. Якутия, Хабаровский край, Приморье, Забайкалье, Амурская область, Бурятия и Монголия. Юные спортсмены из Мирнинского района завоевали 22 медали и в общекомандном зачете. В итоге заняли второе место, опередив сильнейшую команду из Якутска. В различных весовых категориях чемпионками турнира стали наши девушки Элеонора Пермина и Елена Соколовская. Ребята, вошедшие в тройку сильнейших, выполнили спортивные разряды и едут на межрегиональный турнир город Новосибирск в апреле месяце.